Чтобы там не было вот этой нестихийной, незаконной торговли, этого не делать. То есть они опять ждут, когда мы опять бросим все дела и будем только вот на этот рынок работать. Хорошо, мы пошли другим путем. Давайте через горосполком, через управление торговли решим вопрос узаконивания места торговли животных. Чтобы это все было законно, чтобы люди платили за это, оформляли лицензию, платили налоги. Нам сказали, сам Жан Жирук ответил, нет, у них там что-то... Просто сейчас мы перешли на очень другие темы. Я пока услышал только одно, узаконить место торговли животными. Сейчас это мы просто перешли в общем. Я бы хотела, чтобы вы внесли и в то, чтобы... Вот то, что я... Знаете, у меня есть предложение, вот я выслушал, вместе с я считаю, что ваша задача прийти, вот есть опыт вот этого решения этой проблемы в Европе, есть опыт этого решения этой проблемы где-то там на Украине, в Америке, и так далее. Значит, что нужно? Нужно прийти и дать конкретные вот пункты. А, Б, да. Вы сейчас сказали там каких-то там настройках. Я говорю о том, что есть опыт решения этой проблемы в других странах, в других государствах. У вас есть что? Вы поймите, если что есть, давайте рассматривать. Если сейчас предложить, дать, можно это говорить? Да потому что все в программном документе прописано, что о чем вы говорите. Его никто не выполняет, просто этот программный документ. Послушайте, если говорить нечего, я сам люблю животных. Я противник того, чтобы животных убивали. Человек не лучше собаки. Человек не лучше собаки, ничем. Но решать эту проблему надо как-то вот каким-то опытом, каким-то предложением, а не просто вот так вот. Что касается опыта... У меня есть предложение. Дело в чем? Уважаемые коллеги, мы всегда забываем, что на это уже есть закон Украины. Закон Украины о защите животных. Вот давайте исходить и отталкиваться от проблемы есть. Эта проблема перетекает перелично. Перетекается с проблемой наркомании. Это отношение детей наших и к алкоголю, и к животным. Конечно. Нельзя всех животных отстреливать. Завтра бомжей будем отстреливать. Потому что он же никому-то будет мешать. Нужна эту проблему решать в комплексе. У них есть какие-то наработки, есть закон. Давайте в соответствии с законом. Мы на своей общественной организации, Николаевский общественный совет, рассматривали эту проблему. Она правильно говорит. Просто их не привлекали вовремя, когда рассматривали вопросы, касающиеся этой проблемы. Неправда. Просто неправда. Во всяком случае, из программного документа, когда заслушивали вашего представителя, у нас на организации не было понятно, почему было выбрано это место, почему не хватает, почему временное сооружение, почему не хватает денег, куда тратятся деньги, связанные. То есть эта проблема, зачем мы ее отталкиваем? Давайте поручим еще раз проработать эту тему. Она не уйдет сама по себе. Правильно от докладчика, не докладчик, а за докладчик там говорит. О том, что животных меньше не станет. И все время будет она пополняться. Потому что люди, которые сегодня взяли животное, они не хотят его убивать. Они его выносят на улицу. И эта проблема все равно будет. Спасибо. Что касается...